Теперь обожение. Любовь к Богу основана на истинной вере и должна отличаться от доктрины, без которой не может существовать. И это происходит во время богослужения. Вы понимаете ли, что православие, так, это сложное явление? Во-первых, православие, есть православное богословие. Вот мы его изучали у отцов церкви. Это православное богословие. Есть православные люди, среди которых есть искренне верующие наши братья и сестры. Есть такие, да. Это второе. Потом есть православное богослужение, которое все символически, мистически, язычески. Затем есть православная политика, которая шовинистическая, националистическая. Понимаете как? И это все называется словом православие. Одним словом. Это надо перед всеми разбираться, ты против там или за. Я могла иметь чудеснейшее общение с православными людьми вокруг Библии, молиться вместе. Так. Так вот, обожение не определено в символах веры. Оно освобождает от всякого зла и сокращает путь к спасению. Это космическая литургия. Ритуалы и обряды – это имитация небесной иерархии. Имитируя ангелов на небе, мы поклоняемся Богу во всех вещах. Так. Это я для всех прочитала, тех, кто думает, что обожение – это то же самое, что наше понятие освящения. Нет. Освящение – это вклиняем всякое помышление в послушание Богу. И когда мы отдаем Богу сначала эту часть нашей жизни, потом эту, потом всю нашу жизнь, отдаем Ему. Ну вот, а это, видишь, космическая литургия. Ритуалы, обряды, имитации небесной иерархии. Имитируя ангелов на небе, поклоняемся Богу во всех вещах. И для этого ничего не надо, никакой мысли. И не надо Писания. Писание облагалось драгоценными камнями, выносилось, иногда целовалось, а потом уносилось. Но не читалось. И читать Писание, да еще, как мы с вами читаем, еще там что-то закладывать, или еще, Боже избави, подчеркивать, а то еще на корочке рисовать цветными карандашами, чтобы легче находить. Кощунство такое. А мы работаем с ней, это рабочий инструмент наш. Иконы. Вы хоть пишете, потому что я сейчас буду вопрос вам раздам эти штучки. Иконы. Так вот, что такое иконы? Это не изображение. Это иконы выражают молчание Бога. Это богословское знание о божественной реальности, превосходящей все. Иконы – это мелодия богословия. Это хвала и поклонение. Они определяли и были определены доктринальным богословием Церкви. Через иконы передается познание о непознаваемом, а через литургии тоже. Кровь и плоть Евхаристии связаны с иконами. Как неописуемое могло быть принесено в жертву? Но было реальное тело, его можно изобразить. Реальность Христа видна в реальности Его в Евхаристии. Иконы как раз являли собой эту реальность, происходящую саму реальность. Иконы потусторонние. Почему они потусторонние? Потому что мы видим вот это видимое изображение, но там присутствует невидимое. Вы знаете ли что? Православное богословие, оно, ну я не знаю, как сказать, повернулось просто на том определении соборов, которое говорит, что во Христе две природы – человеческая и божественная. Да? Были такие соборы, да?
христология. И вот тут какой-то вот сдвиг произошел. То есть ты смотришь на икону, а она, вот это видимое, это ничего. А за ней невидимое что-то. А вы знаете, что у Христа была еще и божественная природа? Человеческая была видима, а божественная была невидима. Так и в иконе. Понимаете ли? Так и в кресте, так и в литургии, так и в облачении священника, так и в Евхаристии. Видимое, а за ним невидимое. Вы знаете, это будет интересно нам порассуждать, когда мы будем говорить про реформацию и взгляд на Евхаристию реформаторов. Потому что под влиянием тоже того же католичества Лютер не мог перешагнуть. Он через реальное присутствие Христа в Евхаристии. Он говорит, написано же, это моя плоть, это моя кровь. Значит, ну это вот с Лютером будем говорить. То есть, понимаете ли, вот этот момент, то, что соборы рассматривали две природы Христа, оно дало жизнь целому богословию вот этого видимого, невидимого, невидимое, которое важнее видимого, там оно внутри присутствует, и поклонение иконам, ты поклоняешься совсем не тому человеку, который изображен. Там же изображена не только Мария, не только Христос, и не только ангелы, там изображены разные святые, и которым тоже поклоняются. Нет, мы не этому поклоняемся, а мы тому вот, который невидим. Понимаете? И через иконы передают опознание о непознаваемом. Тайна спасения в литургии и в иконах. Они, это тайна спасения. В литургии это то, что происходит в храме. Это не есть богослужение в нашем понимании. У нас богослужение – это проповедь. И у нас в центре церкви находится кафедра. В традиционных церквах в центре находится алтарь. На алтаре приносится жертва. И совершение этой жертвы, это значит, в каком облачении, что приносит, что выносит, как ножичек, как... Что такое алтарь? Это где икона лежит? Нет. Это вот за вот этими, за занавесками. Алтарь, куда кладется хлеб? В середине вот, католическим храмом. Я видел, как хлеб... Да, копьецо вырезает сердцевинку из этого хлеба. То есть Христос приносится в жертву. Снова и снова. Мы верим, что, как написано в Библии, однократно. И Он придет сюда уже не для принесения себя в жертву, а чтобы царствовать. Поэтому видите, какие вещи серьезные. А там, и поэтому литургии, когда мы говорим, то это совсем не значит, что это типа богослужения, где произносятся проповеди, читается Евангелие, не произносится. Им даже не было места вообще в храме. И не читается. Одно время читалось. Причем даже вот эти Кирилл и Мефодий, они перевели такое служебное Евангелие, нет, служебную книгу «Апрокос», где содержание вот на каждое богослужение читается что-то из Евангелия, что-то из Деяний апостолов, что-то из Псалма. Ну вот, ну, содержание, то есть что должно читаться. Но поскольку это было дело долгое, все это читать, то потом упростили. Несколько чтецов одновременно читали. Одновременно читается... То есть ни одного слова понять уже нельзя. Но смотрится так, что магическое действие, мистическое, оно же прочитано. А? Оно же прозвучало. Вот. Поэтому с чтением и изучением это всегда была проблема. Я потом, когда стала все это исследовать, я такие вещи удивительные нашла, что непонятность языка
и непонятность того, что там происходит, оно формирует известный тип мышления в народе. Это тип инфантильный, ну, детский. То есть этот ум не способен додумать, продумать, ставить вопрос, искать ответ на вопрос, анализировать, обобщать, сширять, сужать, как это, большое свести в одно или одно расширить во что-то большое. Вот все вот эти вот работа ума. Вы понимаете, а ведь слово образование, оно, образование образует ум. Потому что специально ведь студентов учат. Ты должен прочитать и рассказать коротко. Ты должен взять тезис и его развить. Это на проповеди. Строчку взять и ее развить. А потом ты должен сопоставить, а потом ты должен сравнить. А потом ты должен сделать выводы. А потом выводы повторить. И выводы суммировать. Вы понимаете, Лиз, какая работа большая? И эта вся работа не делается, когда у тебя одновременно все читают, и ты не можешь понять, когда непонятно. И вы знаете, что это в принципе... У меня есть высказывание одного иерарха православного, который говорит, сама непонятность Божьего Слова, она очень полезна, чтобы все понимали, какое это, какая-то тайна. То есть хорошо, чтобы непонятно было. Это очень благочестиво. То есть что-то очень такое благочестивое говорится, а понимать это не надо. Вы понимаете, ко мне приходили многие, немногие, но были православные среди приходящих в мою группу разбора. И каждый раз я говорила, а почему вы пришли? Знаете, говорит, я же понять хочу, там же ничего не объясняют. То есть люди здравомыслящие, они хотят понять, что Бог им говорит. Точно ли так сказал Господь? То есть, понимаете, простое такое простое желание. И оказывается, вот это вот, когда непонятно богослужение, когда непонятен еще язык, то это формирует катастрофическое состояние ума. Додумать, продумать, сделать выводы. Вы понимаете как? И мы с этим качеством ума, мы сейчас, в общем-то, имеем страдания в нашей исторической жизни. То есть вы видите, какая глубокая связь, когда важнейший центр отношений человека с Богом не высказаны. И не высказаны принципиально. Что это так и должно быть вот, тайной. Это такое мышление вырабатывается. Видишь, тайна спасения в литургии и в иконах. Так, литургия сама. Литургия соединялась и высокое богословие, и вера простых людей, не выговаривающих философских идей. Главная доктрина. Искупление – это лекарство от всякого зла, кратчайший путь ко спасению, но требует не понимания, нет, а требует строгой дисциплины души. Вы знаете, что мы тоже, мы глядим на православных, мы восхищаемся. Они могут выстоять 4 часа, 6 часов на ногах. Бабушки какие-нибудь. Они будут поклоны класть и по 40 раз. И поясные поклоны. Потому что это принцип, требующий строгой дисциплины души. Это доктрина искупления. Вы поняли? То есть в чем искупление, непонятно. Но требует дисциплины души. Соблюдение поста. Это понимается, что строгая дисциплина души для получения искупления. Посредством добродетелей. То есть моральная дисциплина и литургическое богослужение – это и есть искупление. Ну, умницы, как мы понимаем искупление? Искупление. Божьей благодати. Плата, нас за... плата за наш грех. Да, когда нас выкупали. Искупление, когда нас выкупали. Божьей благодати. Залог унесли. К окружному. Оплату. Искуплены дорогой ценою.
и не будем опять рабами. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Теперь давайте крест. В вопросах, связанных с крестом, использовались не объяснения, а воображение. Иисус был ранен драконом в битве. Смерть – ненасытный дракон, пожирающий всех людей. Но он победил дракона своей смертью и воскресением. От умов восточных богословов была крайне далека идея о разъединении распятия и воскресения как средств искупления. Вы понимаете ли, это два средства искупления. Это смерть и воскресение. Поэтому у них образ жизнедающего креста или животворящего креста. Как вы относитесь к этому образу? Он у нас в песнях тоже звучит. У креста хочу стоять. У креста Христова. Да. Там жизни новой. Я вот в данный момент так считаю. В данный момент. Раньше я по-другому считал, я об этом не буду говорить. А сейчас я так считаю, что сила креста великая. И меня в этом никто не переубедит. Никто. Но какая сила? Пролитие крови. Ибо этой кровью Христос очистил и осветил нас от всякого греха. Я лично сейчас так считаю. Алексей, никто из нас не возразит. Никто не возразит, потому что мы спасены крестом Христовым, мы спасены Его кровью. Понимаете как? Вот. Но здесь речь идет, значит так. Давайте Писание, как написано. Он умер за грехи наши и воскрес. Для чего? Для оправдания нашего. Это два факта. Вы понимаете ли? Просто одно без другого не может быть. Одно без другого не может быть, но они два раздельных действия. Жизнь дает. Воскресение – это оправдание. Мы выходим в жизнь. Крест – это грех, это смерть Сына Божьего. Это наказание его. Так, но вот здесь все время так. Для восточного богословия характерен образ жизнедающего креста. Жизнь дает воскресение Христово.